Привет, мои любимые стратегические жеужики! Продолжаю за Шотландию на уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm со случайными деревьями технологии социальных политик. Проблемы у меня большие были, но мне кажется, сейчас мы будем немножко восстанавливаться. Правда, вот австралиец упоротый продолжает войну. До сих пор, не знаю, мы, наверное, к прошлым сериям написали комментарии, но я не понимаю все равно, почему он относился ко мне дружелюбно, имел армию меньше меня и сейчас имеет, но и находится не в соседях даже, но упорно плывет ко мне, чтобы нагадить. Я просто не понимаю, честно. Так, давайте. Ну, в принципе, у нас еще есть здоровье, поэтому начнем с коммерческого центра, наверное. Разграбление. 50 денежков. Еще 90. 50 это за способность капера, а 99 именно от коммерческого центра. Отлично. Отличный прирост. Так, дальше тут что у нас? Ага, есть. Копье приехало. Так, начнем прокачивать наши арбалеты. Пожалуй, вот с этого. Ну, чтобы у него четвертый уровень набился. Так. Тут, наверное, качнем. Ну, и вселяется. Я не думаю, что тут воздушные атаки где-нибудь будут. Так. Этот лесок относится к Росбургу. Отлично. Вырубаем. И сразу строим театралочку. Потому что культуры у меня очень мало. Ну, я, конечно, сейчас качнул пингалы, поэтому стало уже 35-76, но это все равно все очень мало. Так, здесь шахту. Да, геликарнас я тут достроил, тоже меня это радует. Ну, промышленную зону, пожалуй. Тут, к сожалению, единичка только будет, но надо. Надо ставить промышленную зону. Так, 9 ходов. По идее, тут можно попытаться выйти в золотой век. А где мой уникальный юнит? Да, даже не видно. А улучшение уникальное? Подождите, где оно там? Поле для гольфа. О боже, где оно открывается? Я же уже смотрел один раз. В реформации. Блин, оно где-то должно тут рядом быть. Где-то вот здесь будет реформация, похоже. Теология. Ну, обычно она раньше монархии, кстати. По-моему, перед монархией как раз реформация, но... Или нет? Ну, короче, вот где-то, мне кажется, из этих двух. Хотя она может и сюда быть смещено. Оно счастье будет давать, и еще 4... Ну, блин, я, наверное, не успею открыть. То есть мне надо где-то еще... искать очки. Так, тут стоим арбалетом. Стоим. Запретный город Голландия построил. Килл Вакисевани неизвестный игрок. О, там... Мир, что ли, заключили Египет со Спартой? Нет. А, да, нет. Блин, еще и с Мапучи воюют. Там у них вообще тройничок какой-то, я смотрю. Мапучи, Спарта, Египет. 763. 773, 640. У кого-нибудь из них золотой век есть? Спарта. Кстати, у Мапучи было бы выгоднее со Спартой скорее воевать. Плюс 5 бы имел. У них со Спартой хорошие отношения. Аккад пытается взять... Блин, конечно, хотелось бы Таругу взять, но, во-первых, она очень хреновое место для взятия, а во-вторых, у меня просто науки тогда не будет. Так что, пожалуй, пока не будем трогать.
Отлично, плюс 3. О, так мы тут, может, даже... Это я хороший район построил. Отлично. Так, тут давайте мастерскую. Блин, хотя тут давайте сначала амбар, потому что город не растет, амбар хотя бы еду даст. Да, вырубим. Это в колен пойдет. Все равно тут надо будет когда-нибудь это вырубать, так хоть быстрее сделаем. Я тут буду стоять. Я просто хорошо контролирует этот проплыв. Так, ну опять бессмысленно пока это грабить. Поэтому просто гавань разграбим. Я, кстати, могу что-нибудь покупать. Я уже так неплохо денег награбил и накопил. Вопрос, надо ли мне это... Так, мне нужен здесь кампус и там кампус, да? То есть это 4 кампуса будет. Ну и в Стерлинге... Стерлинг, видимо, без кампуса будет. Блин, вот тут надо все обработать. Мне, конечно, и рабочие нужны еще. Мрак, сколько потрачено в войну просто? Так, черепашки. Я хотел черепашками с Римом поторговать. Отлично. Больше у меня, по-моему, двойных ресурсов нет. Хармакую еще пряностями с Грузии. Так. Чувак, сколько можно? Не, он невменяемый. Просто невменос какой-то у Австралии происходит. Не знаю почему. Что-то глюкануло у чувачка в башенке. Ну, пожалуй, пора каравеллы открыть. Каравеллы. Потом посмотрим. Может быть, и в литье пойду. Дворец Патала Эфиоп построил. Ну, пока не сильно. В принципе, я в два раза отстаю, будем так говорить. Грузинам нравится, что я стены построил. Ну, это не для грузин строилось. Честно, буду честен. Так, наверное, еще можно потерпеть один удар. Или лучше... Не, давайте еще пограблю. Очень уж мне нравится. Да, ну феодализм я тут вряд ли открою в ближайшее время. Ну, он рядом, но я дальше пойду. Гильдии, кстати, промышленная зона камер, блин... Тоже хорошая, но у меня нету двух рынков, у меня только один коммерческий район. Средневековые ярмарки. Фигня, мне надо гильдии открывать. Так, союз с Миниликом возможен? Е-бой. Так. Наверное, стоит из Грузии. По-моему, у нее хорошее отношение с Миниликом. Да, то есть ей понравится. Ну, давайте с ней научный. Так, мне надо города Грузии рассматривать. В общем-то, вот они. Тбилиси, сколько у нее городов вообще?
Раз, два, три, четыре, пять, семь. Я вижу четыре, но тут явно пятый, шестой, может, седьмой тут, скорее всего. Очень странно, кстати, она расселилась. О, я еще могу даже ходить. Ой, нет. Разграблю эту территорию. Так. У меня три хода. Ну, тут постою, наверное. И апну. Как раз. О, Египет Занзибар хочет забрать. Нет. У меня куча бабла с него капает. Лиссабе по десяточка. Блин, мне с Эритрии... Блин, ну со Спартой все равно что-то не хочется. Блин, мне еще и города Эфиопа бы открыть. Все. Так, вырубил, вырубил. Я не хочу здесь леса вырубать. Что это минус еде будет. Тут вообще еды маловато в колене. Ну и обрабатывать непонятно что. Нету ничего такого прикольного. Ладно, отправлю, наверное, рабочего сюда. Довольство в городах с гарнизоном. Действующие губернаторы. Ну, кстати, можно... Можно довольство в городах с гарнизоном поставить. Отсюда, значит. О, плюс 4, зашибись. Плюс 2. Плюс 2. Вот тут мне нужен юнит еще. Так, и в колене есть. Отлично. Значит, тут растем. 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 Мне бы тут сюда лян посадить, и вот эти все клетки... обработать, потому что с геликарнасским мавзолеем, соответственно, тут еще... Ну, геликарнасский мавзолей и плюс улучшение лян. Да, кстати, вот это можно передать. Отлично. Ну, я должен выйти в золотой век в этот раз. Так, а почему я тут отменил? Потому что очень долго разведывательное направление тут строится. Так. Какие у нас тут самые крутые... Ну, блин. Конечно, самые крутые почему-то в этот... В Спарту. Но мне не хочется... 2-2. Ладно. В Микеле. Все, вот в Эритрию. Не, давайте в Эритрию, наверное. Ну, больше там просто реально больше всего дается. Что я могу сказать? Плавал кавалерии, видимо, умрет. Так,
50 монет чисто за разграбление. Сейчас через два хода откроется картография, я смогу капером нормально плавать, а не только по мелководью. Видите, тут две науки, две культуры. Мне это явно сюда выгоднее. А карточку на союзы... Ну, кстати, она недалеко, но мне сначала надо гильдии открыть. И, возможно, даже феодализм. Мне надо реформацию где-то найти. А, вот она. Причем через феодализм. Да ё-моё. Но мне надо ее открывать. Потому что вот это даже не для очков эпохи. Просто вот это улучшение для гольфа, это очень... Это одно из лучших улучшений вообще в игре у любых цивилизаций. Дает два довольства, два золота и одну культуру присоединения с центром города и одну культуру присоединения с районом, где есть развлекательный комплекс. Дополнительный туризм и жилье по мере продвижения по дереву технологий. Ее можно только одну в городе строить, но этого, поверьте, достаточно, было бы слишком круто. Если бы их можно было строить больше. Так, значит, тут в гарнизоне стоим. Если что, я могу, видите, апнуть в рыцаря. Это уже одно очко мне даст. Как минимум. Блин, как бы мне... О, все, Занзибар падает. Да че ж он так... Сволочь египетская... Я вообще смогу и зато освободительную войну объявить. И мне это, кстати, наверное, надо будет сделать. А вот зря ей... А, это просто дружелюбие, да? То есть мы... Я дружбу не... Отлично. Она захватит Египет, я ее обвиню, и через 5 ходов... Освободительную войну. Плюс 100% производства в течение 10 ходов. Это будет очень круто. Так, наверное... Поехали тогда вверх Эфиопию рассматривать, потому что мне из городов... Ну, у Египта все очень круто. Так, Тель-Ави, и он тут как раз с Австралией граничит. Ну, надо обратно. Думаю, что тут еще города грузина. Мастерская. Ну, у нас получается вот сюда. Надо будет поле для гольфа. Сюда. Так, а здесь, блин, придется, видимо, вырубить. А ее ж не важно, где ставить, по-моему. Там нету. Нельзя. Просто в пустыне, на холмах в пустыне. Значит, просто на холмах, не на пустынных холмах можно. Но все равно я, видимо, тут буду. Это в Роксбурге. Здесь вот сюда. И, наконец, в Абердине. Видимо, вот сюда надо. Отличненько. Так. Театральную сделали амфитеатр. Потому что культура нужна. Ну, потихоньку начинаю выкарабкиваться, но я не представляю, как я все равно догоню компьютер. Пока не представляю. Так, все, Занзибар захватили. Надо обвинять Египет. Подождите, оборонительное. Может, я что-то... Подождите, это... Освободительную войну, да. Освободительная война в оборонительной тактике. Давайте я уточню.
Нет, подождите. Ну, по идее, вот это должна сработать на Занзибар. Давайте обвиним. Ну, как бы я ничего, ничего не теряю, обвинив, осудив. Ждем 5 ходов. Отлично, сейчас открыл, но, блин, мне надо карточку поставить, прежде чем апгрейдить. Хотя... Жалко, конечно, 180 золота, но надо спешить. Мне надо это, открыть все тут вокруг и исследование заодно открыть. А укрепил ли религию у нас Эфиоп? Да, укрепил кампуса и центрика. Отлично, кстати. Вот это неплохо. Это единственное, что у меня работает от него, но это уже неплохо. То есть... Например, в Роксбурге здесь должно быть... Должно быть, по идее, 4, а... Пишет все равно 3. Ну, это 6, потому что соседство. Кампусы и центры коммерции в городе с этой религией дают по одной единице науки или золота соответственно. Может, она просто дает одну единицу? Нет. Блин, непонятно, работает тогда это или нет. Ну, собор... Блин, собор Василия... Ни одной тундры нету. Зачем вот Египет строит собор Василия Блаженного? Просто... Извините. Ой, 5 ходов. Блин, и мне надо 2 очка. Но я, по идее, должен Магеллана получить. В любом случае. Ну и апнуть там, например, коляску в рыцарей. Так что норм. Сколько тут ходов? 3. Давайте судоходство дойдем, чтобы точно Магеллана получил до конца века. Эх, Занзибар, жалко. Столько туда вложил. Ладно, может быть, в Буэнос-Айрес тоже стоит уже с мастерскими, тем более. Так, картография есть. Но астрономия как бы... Ладно, пошли в литье. Бомбарды. А хотя, с другой стороны, у нас порох, а селитры нету. Как бы и смысл нам в бомбардах. Я не смогу их построить. А понимаешь, вот можно ускорить осадную тактику. Давайте лучше тогда книгопечатание. Еще две кавалерии плывут. 204, судя по всему, это вот... Типа производства мало. Это Голландия не нравится, когда с ней не торгуют. Так, поплыли. Или надо с кавалерией разобраться будет сначала. Просто приплывает и... Свои корабли подставляет. Не корабли, юниты.
рабочий готов, да? Ну что, пойдем черепашку еще одну обработаем. У нас есть с кем торговать? Вино, например. А, ну вот я мед на вино тут. Да, это мы выторговали. Дальше. Пряности. Вот, пряности можно будет еще на черепашек, так что поехали. Так, что я тут построил? Театралочку. Блин, тут военный лагерь негде строить. Очень не хочется эти болота вырубать, но, видимо, придется. Ради промышленной зоны. С другой стороны, я могу промышленно... А, нет, не могу. Не могу, потому что это соседняя клетка, она не передастся просто. Тут я стою рабочего, чтобы это вырубить, но пока... Ладно, давайте тут еще рабочего. Два хода. Блин, конечно, хотелось бы... Поставить карточку на рабочих, прежде чем их построить. Хенджидаро он захватил. Так, у меня тут на автомате кони плавают и бегают. Мне просто надо, чтобы они в этом, в Египте не остались. Так, больше вроде нету. Когда я войну Египту объявлю. Блин, чё что так все? Конечно, производственная площадь нужна. Очень медленно все. Хотя верфь, по-моему, даст производство и... Размере бонус соседства с гавани, то есть плюс 3. И все? Во всех прибрежных клетках без улучшений. Я, наверное, куплю верфь. Блин, с другой стороны, мне нужны деньги на апгрейд рыцаря. На всякий пожарный. Ладно, давай амбар тогда пока. Уже пушки у Спарты. Да, да, да. Я тебя первый обвинил, поняла? Чё, какой там? Где тут войска на границе Египетской империи? Серьезно? Вот эти два этих всадника, что ли? О. Ну, отлично, все, я получу Магеллана, мне даже не надо будет апгрейдить. Отлично, золотой век, наконец-то мы вышли в золотой век.
Так. Пряности Тамары были. Ух ты, 12 золота в ход аж готов. Слушай, мне тут с черепахами повезло. Я этот... Монополист черепашечий. Не, ладно, в Микеле. Потому что я, когда открою, а я скоро начну дипломатическую службу открывать, мне надо будет карточки ставить, и я просто с греческих караванов ничего не буду получать. Ну, все... Буду получать то, что я и получал. Я имею в виду, что нормального бонуса не буду получать. Так, сколько еще? 3 хода. Нормально. Следующим ходом, по идее, мы должны, да, получить Магеллана. Очень странно, Грузия расселилась. Вот это то, что ей дали вот тут 2 города поставить, это очень странно. With the advance of feudalism came the growth of iron armor, until, at last, a fighting man resembled. Бесплатный экземпляр редкого ресурса этой клетки вашей столицы. Он у меня сейчас начнет работать сначала исследователем. Там уже найдет какой-нибудь ресурс. Так, 4 хода до гольф-поля. Ну и в золотой век я вышел. Просто наконец-то хоть стал разговаривать, но 114 золота вход и 129 и 114 золота вход — это все-таки не совсем адекватно, но хотя бы мы можем пообщаться. Да, жаль, хороший пантеон здесь был вот на эту клетку. Но надо здесь ставить промышленную зону. Так, этого сюда. И тут собор Василия Блаженного строится. Ну, походу, Кутаиси быстрее, но тут тоже нету тундры. Что за мания? Не очень компьютеры, конечно, в чудеса соображают. Просто таки надо построить и все. А нужно им, не нужно оно. Пофигу. Даже нет, видите, проверки на тундру.
Ну, хотя бы Грузию уже по науке стал обгонять. Так, давайте на строителей поставить. Или у меня не строится. А, у меня больше не делается, пока стоит. Я не буду ставить на строителей. Поставлю только первый посол. И в Буэнос-Айрес. Так. О, Занзибар отвалился. Но, к сожалению, независимым он не станет. Он присоединится к Мапуче. А что там? Египет в темном веке? Ага. А Мапуче в героическом. Понятно. Спрашивается, нафига захватывал? А где обширные земли? Слышь, придурок с мечом. Где обширные земли? Покажи мне, я их заселю с удовольствием. Дебил, блин. Не буду помогать Вильгельмине. Мне бы кто помог. Man is a military animal. Glories in gunpowder and loves parades. Так. Этот у нас, наверное, будет тут контролировать, чтобы он еще чем-нибудь не плыл. Ох, I'm so excited. Плывем на запад открывать новые континенты. Так, этот тут будет вырубать под гольф. Этот тут строит гольф. Этого отправим сюда строить гольф. Так, через сколько я могу объявить? Один следующим ходом, да. Лучше к Египту не подходить тут. А Египет с кем-нибудь в союзе? Так, на всякий пожарный. Нет, отлично. Еще и Мапуче обрадуется, что я войну объявил. Египту. О, бухта Халонга. Лучше бы, конечно, следующим ходом открыл. Ну, для очков эпохи. Верфь. Ну, в принципе, давайте. Так, тут амбар сделан. Растем. Монумент нет, водяная мельница нет. Давайте еще строителя тут. И вот это будем вырубать. Это тут еще будут у меня. А, нет, этот у меня гольф-клубы построит. Да, осуждай меня полностью. На все требования. Ты вообще где нахуй? Ты вообще знаешь, где я? Чтоб меня смеешь что-то требовать. Так. Во-первых, давайте попробуем дружбу с Мапуче. И возможно. А, слушайте, он союза не открыл. У него нету союзов. Так, теперь.
Да почему? Сырьевая держава захотела город одной из ваших друзей или сой... Ладно, может у Рима? Нет. У Голландии? Нет. Ну вот. То есть Занзибар не считается моим, типа, городом друзей или союзников. О! Из всех встреченных единственный золотой век вышел. Ну, у меня всего два кампуса. Поэтому, пожалуй, реформу денежного обращения. Это время... Это мы в Возрождение вышли? А, промышленный... Блин, так поздно, господи. Я думаю, я хотя бы... Ну, я реально очень сильно отстаю. Я думал хотя бы... Слушайте, тут вообще Спарта в лидерах. Блин. Это не очень хорошо. Так, наверное, давайте сразу же вырубим. Следующим ходом тут надо будет поля ставить. Блин, ну чё ж так фигня такая? Я-то думал, смогу Египту войну объявить за то, что он Занзибар взял. Плюс 100% к производству. Размечтался. Мне бы хоть одну, хоть один культурный город-государство найти. Ну, давайте литье откроем. Блин, чё так... Так, Занзибар... В смысле, Занзибар освободился? А, то есть он к нему присоединился, и он его сразу освободил. А что так быстро произошло это? Опять сюда надо послов. Ладно, что он хочет? Торговый путь. Реформация, это я не смогу выполнить. Летучий отряд. Вот летучий отряд можно. Кстати, открыл я их? Открыл. То есть апнуть... Нет, это в рыцаре. Мне нужен какой-нибудь всадник... Чтобы апнуть в летучий отряд. Ну, я вот, у меня союз с... Да и с Минеликом союз, в общем-то. Можно апгрейдить, я думаю. Готово. Спарте нравится, что у меня денежки есть. Не-не-не. Золото мне нужно самому. Блин, мне надо, наверное, поставить карточку на апгрейд юнитов и апнуть в рыцарей. Блин, у Австралии мощь 90. Ну, не знаю, давайте за сикхизм проголосую. Чтобы мощь повыше. Вот так, торговые пути. Ну, давайте к Минелику. Ну, и, очевидно, есть Швеция в игре. Раз у нас тут за Нобелевку голосование. Протестантизм, неизвестный игрок и... Нобелевка по литературе прошла. Так.
Значит, во-первых, строим поля для гольфа. Раз. Два. Три. Теперь, ну, теократия, хотя она получше немного, чем монархия, давайте, наверное, примем, ну, в смысле, мне не надо столько военных, не буду в Занзибар отправлять, просто плюс 2 влияния, и, наверное, соседство. И я еще верфь ни одной не... Я, по-моему, верфь не построил. Давайте скидка в стоимости на улучшение юнитов. Содержание мне пока не надо. Может, к жилью? Я бы, конечно, это поставить, но я верфи еще не построил, чтобы это работало. Ну, давайте, наверное, все-таки инсулы. Так, почти 100 науки уже. Какое там обещание нарушено? Просто юниты бегают и все. Опять он что-то отправил. Вот. Настырный. Северный ледовитый океан. Слушайте, ну тут далеко плыть, я смотрю. Все еще берегов не видать вообще. Вот тут можно кучу всего грабить. Блин, ну тут что-то какие-то сплошные эти. Ну ладно, все равно пограблю. Это все равно 50 монет. Так, только, наверное, сюда надо встать. Ух ты, Рарайма. Вот откуда у него науки дофига. Блин, тут нормальная территория. Вот у Эфиопии немножко проблемно было, и она Махенджо-Даро захватила, да. И еще бы Акад захватить Эфиопии, вообще зашибись. Но я полностью зажат тут, конечно. Все еще не вижу возможности для победы. Так, я думаю, тут тоже нужен рабочий. Теперь дипломатическую службу открываем. Потом торговую республику. Блин, все равно... Под выстрелы из двух сторон попадаю. Брисбен еще.
Блин, я вот сюда походить хотел. Какого хрена он обстрелял? Ой, блин. Ничего, апну в рыцарей, наверное. Я еще железо не использовал. А где у нас... Каперы тоже не видно, да? Ну, то есть мне там в этом социальном политике можно будет лесопилки на... На тропических лесах ставить. Ладно, пошли уже, тут нужно кампус сделать. Правда, как мне калин вырастить? Фиг знает. Вообще не растет. Давайте я, наверное, калину лошадей передам. Чтобы хоть какой-то 22 хода. Блин, мне надо искали на караваны на еду отправлять еще. Блин, Каперему надо было апнуть. Поплывем. Блин, фига есть тут океана. Море океана. Амфитеатр в Стерлинге. Ну, теперь верфь, да. На 58 догнал Грузию по развитию хотя бы. Так, у меня два апельсина пролеживают, с кем-то торговал и прекратил. Don't judge someone until you've stood at his forge. Да блин, почему ноль? Почему я там где-то грабил, у меня еще были ходы сделать? Тут граблю, все, все заканчивается сразу. Потому что вылечился, что ли? Блин, класс у него тут компуса. У нее. И домой возвращаться уже рыцарем этим. Да, тут у Рима дофига места было. Походу у всех было место, кроме меня. Так, верфь, наверное. Как я и сказал, из колена надо. Мне надо колен вырастить до 7 жителей. О, ты приплыл под наши арбалеты. До свидания. Так, осталось только здесь гольф-клуб, да? Организовать. Отлично. Нет, давайте быстрее. Тут не хватает жилья для быстрого роста.
Здорово, все. Конечно, с ростом у нас, ну, в принципе, все зашибись, но 5 городов меня угнетают. О! Отлично. Так, что тут Испания? 107-60. На моем уровне, да? Что-нибудь поторговать хочешь? Лисички есть, видите? Отлично. Немножко перевернутый мир получается, знаете, как... так, Испания отсюда, ну, с западного побережья Европы отплывала, чтобы на тот континент приплыть, а мы наоборот. Теперь приплыли на континент, где есть Испания. Возможно ли, чтобы кто-то со мной, там, блин, 40 угля у Голландии, охренеть. Чтоб... Так, ну это, наверное, селитру не будет продавать. Нет, будет. Прикол. Так, и сколько мне надо для двух бомбард? Ну, 20 селитр. Я, конечно, могу здесь поставить. Ну, предположим, ладно, 10 селитр мне надо. Я поставлю здесь еще на... Это мне учетные банки надо в любом случае. Так, ну-ка. Это 10 селитр. Это круто, что ты можешь... Хочешь поторговать, например, за 17 влияния, нет? За 37 влияния, да. За 27, нет. Видишь, что на 36 будет, нет, 33. Хорошо. Кто-нибудь еще? Мапуче. Тоже готов. А ты, может, меньше влияния возьмешь? Ты себе 32 предложу. О, кайф. Странно, почему они железом не хотели торговать, а селитрой? О, да ты прям... Щедр как... Не как Рим, скажем так. Отлично. За 7, а там 33 было. Класс. Так. Значит, тут ставим учетные банки. И сюда скидка стоимости в ресурсах. Так, а у меня катапульт сколько? А у меня их две и есть, в общем-то. Раз и два. Осадную тактику ускорили. Так, гильдии. Врага при помощи мушкетера. Мушкетера я бы тоже апнул. У меня... Дуболом один. Вообще надо было бы их три, конечно, иметь, потому что там три мушкетера. Да, ну воин один. Тоже 5 селитры. А, уже больше не продает, кстати. Спарта. Хм. Внезапно перестали селитру продавать. Так, этот придурок мир заключить не хочет. О, уже все меньше хотелки. Не, ну у Рима я 5 селитры...
Он, наверное, слишком много потребует. Как насчет 10 влияния? Не, это много, ладно. Пока без мушкетера. Так, верфь в Сконе, наверное, достроить надо будет. Купить, в смысле. Верфь. Слишком долго, 14 ходов. Это слишком долго. Так, последний гольф-клуб построил. О, смотрите, а у меня тут Микены. Интересно, в чью пользу отваливаются. Мне что-то кажется, что в мою, потому что у меня все-таки золотой век. Ну, а у Спарты с Эфиопией по обычному. Блин, враки дед. А, ну тут везде по три, что-то я. Тогда в ДС. Ну тут еще надо пограть, наверное, вернусь. Я просто не уверен, что тут проплыть можно, но тут, знаете, еще в какую-нибудь в ловушку попаду. Ого, тут... Наверное, какой-то ураган прошел. Все Риму расфигачило. Так. Испания с кем-то в войне. Австралия только со мной в войне. Спарта с Египтом. Ой, Грузия с... Слушайте, так у нас тройственный союз. Шотландско-эфиопско-грузинский. Нормально. Меня устраивает. Я так не знаю, как мне Спарту убить. Рим ни с кем не воюет. Египет с Мапучей и Спартой. Голландия ни с кем. Гильгамеша. Гильгамеша. Так. 143. Ну, слушайте, я постепенно начинаю выравниваться, если только вот не Спарта. Почему именно у моих соседей всегда так все круто? Так, торговать мне нечем, да? Мастерская готова, дамбу я не хочу строить. Да и вообще из всех тут районов я ничего не хочу строить. Поехали, шпиона. Так, в Сконе.
достроиться. Это, наверное, тогда начну кампус. Блин, 8 ходов. Мне, конечно, надо театральную, ой, промышленную зону в первую очередь, потому что тут просто нету производства. Мне нужно построить промышленную зону для того, чтобы было производство в этом городе. Так, в колене у нас все на рост. Прям вот по максимуму. Но 4 хода все равно. Строить нечего. Ну, давайте строителя. Блин, надо, конечно, карточку поставить на строителей. Слушайте, тут 12 жителей, да? То есть тут районов дофига. Давайте мы... Мне и кампус могу и промышленную поставить. Давайте я поставлю кампус. Я просто хочу на один ход отложить строительство, создание строителя, потому что карточку хочу поставить на строителей, чтобы больше зарядов было. Ой, зачем я принял, блин? Мисклик. All the best romances bloom in the midst of a good siege. Или подплыть сюда. 3, 4. Хочу, просто очень интересно. Вот я могу уже какой-нибудь кампус, например, немножко пограбить. Фу, опять такие странные песнопения, конечно. Мне почему-то не верь в худо. Напоминаю Neverhood эту игру. Не могу объяснить почему. О, Болония, кайф. Вот в Болонию нам надо. Так, Лян. Лян назначаем в Стерлинг, я так понимаю. Так, мне надо... Селитру выменить. Так, Спарта продает, а Мапуча мой любимый поставщик селитры. Ой, я могу с ним союз заключить. Отлично, мне чисто 5 штучек. Кстати, может союз? Блин, жалко тут. Подожди, а вот если мы вот так сделаем... Давайте, наверное, военный. Отлично. Так. Теперь ставим первый посол. Кампус... Блин, мне тут, конечно... А, ну я сейчас торговую республику приму, там будет больше экономических ячеек. И в Болонию. М-м, 117. Уже приятнее. Блин, хочется в Занзибар отправить посла, но у меня ощущение, что опять его Египет захватит. Поэтому... Что-то не буду.
Плюс 18 всяких этих театр культурных людей накапливается у людей. Такая маленькая Шотландия, конечно. Пи-пи-пи. О, османы. У нас есть османы где-то, которые объявили войну Шумеру. Сколько? 63 науки. Нормально. Придурок, ты мир не хочешь? Дебилушка. Все меньше и меньше, смотрите. Но 105 золота в ход я себе позволить не могу, поэтому... Так... Ну тут нужен рабочий, чтобы вот это вот все... А, я еще не улучшил лян, подождите. Я еще не взял аквакультуру. И хрен знает, когда возьму, да? Так, ну меркантилизм надо открывать. Военные юниты получают... Ну, еще у меня бы флотоводца. Видите, я тут первый на нее накаплю, но 18 ходов. Это для того, чтобы ускорить трех великих людей получить. Вот это просвещение. Так. Во-первых, мы берем торговую республику. Тут ставим чисто содержание юнитов. Соседство кампуса. Первый посол убираем. Соседство... промышленной зоны и соседство верфи. Не понял, где соседство? Неужели не открыл я? Вот, соседство гавани. Да. Класс. Ну-ка. Ну тут 2 плюс 1, тут 4. Надо строить. Ну вообще соседство промышленной зоны не так уж и много мне дает. Может ее, кстати, и убрать. Так. Блин, я карточку на строителей хотел поставить. Для этого отложил создание. Ладно. Тоже строителя. И тут строителя сделаю. А театральное тут где-нибудь вообще возможно. Плюс один, плюс один. Ну, плюс один маловато. Вот здесь, наверное, поставим. Ну, мне все равно нужны театральные. Мне театральные и научные просто во всех нужных городах. Поэтому давайте строителя. Тут ставим меточку, что тут для театральной надо вырубить. Что, продолжать строителей делать? Пока не хватает жителей для... Господи, да. 32 силы. То есть вот эта кавалерия, скорее вообще всего. Ну тут еще, наверное, что-то плавает. Ходит. Ну я просто не понимаю. Что за упоротость?
Зачем? Что там такое у него в мозгах, которое что заставляет посылать ко мне юнитов за юнитами? О, еще и Хатуса есть. Блин, то-то я думаю, у них науки столько. Блин. Сейчас опять придется ждать. Тут, я думаю, у них столько науки. А тут вон у нас... Блин, он еще Рим ломанул. Тут я последний. Ну, вот если не считать большого лидерства Горга по культуре, я бы сказал, что я прям сильно отстаю. Я сейчас попробую раскочегариться, то есть... Шансы есть. Ой, тем более, что Рим... Так, 42-35. То есть 7 технологий. Ну, нормально. Слушайте. Все не так уж плохо на сегодняшний день. Ну вот, можно будет кита, например, этим флотоводцам. У меня способность, бесплатный экземпляр этого редкого риса. Но я пока поплаваю, территорию поисследую. Я, кстати, возможно, могу стать первым, кто все цивилизации встретит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один... Еще только три осталось, между прочим, всего лишь. Так, а у турок... Боже, он тут с тремя воюет. Да, но мне ему предложить нечего. А, слушайте, нормальное предложение. Всего лишь 13 однократно и 2 золота вход. Выгодно, я бы даже сказал. Пушки нужны. Хотя я бы и фрегат. Давайте фрегат я. Селитру там могу выменивать постоянно. Может быть, еще и тут в золотой выйду. Слушайте, все не так уж и плохо. Так что давайте я на этой радостной ноте... Блин, вот на этой радостной ноте военного лагеря в сторону Абердина от Спарты. Но серию закончу. Мне не нравится только то, что у меня вот именно мои соседи круто развиваются. Я еще вижу, как тут улучшится. То есть я ставлю тут кампус, да? И я думаю, что мне в Стерлинге надо подумать где-то кампус бахнуть. Все-таки. То есть мне во всех городах нужны кампусы. А тут они будут еще и с нормальным соседством. То есть вот этот раз, два. То есть у меня 4 кампуса с нормальным соседством, один фиговый. И в принципе... Так, Индонезия еще есть в игре. И мне бы кого-то захватить, но... И этот кто-то должен быть Спарта на самом деле. Потому что я очень сомневаюсь... Ну, во-первых, это хороший мой союзник, да? С Спартой мы воевали, с плохие отношения. Но Спарта по какой-то причине очень офигенно развивается. Это просто что-то нереальное. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Ну, посмотрим. Ладно, продолжение в следующих сериях. Напоминаю, что спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас уже во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!